на земле очень жарко. Все-таки жить на воде лучше. Не слышно? Ладно. Паркуемся. Так, я помыл кокпит. Вы заходите без проблем. Помыл кокпит, помыл посуду, замариновал грибосики, помыл бокальчики. Мама молодца. Тихо. Отправляем в Америку. Не можем найти фильтры для нашей White Lady Tour. У нас Volvo Penta, ДМД 22 мотор. Вот такие случаи бывают. Закачала водоросли, прокачной туалет, вот таким кустом. От этого отказался работать этот флажок, переключатель откачки воды. Хотя я его недавно разбирал, это устройство, смазывал, еще раз смажу, дабы сюда подольше не залазить. И все. Вот сегодня такой вторник. О, красиво как. Они сейчас все вверху бахнут. Привет! 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 Ребята, здрасте! Серега, привет! Как вы там, не застали дождик? Вот после такой жаркой погоды у нас наступил дождичек. Такой ливневый, проливной, с грозой, все как положено, с усилением ветра. Все стоят. Сегодня выходной, воскресенье. Все заняли акваторию. Опять ливануло. Ребят не видно, где у них лодка, даже ни цвета, ничего. Здесь тоже лодки стояли. А вот там вот видно. Ну все, проходит тут.
Я видел, да. Кошмар. Да уж. Вот оно начинается. Снесло ветроуказатель. Теперь вот такой обрезок. И панели вдребезги. Мы на устричной ферме стали на буй у Теодора. Вот его домик такой, кафешка. Стоим не на нашей лодке, а на лодке наших друзей на Баварии 39-й. Давай. Мягко. Хорошо, да. Добро. Хвала. Тань, передай привет. Привет. Кому? Погода вообще чудесная. Goodness knows, it's easy and bold. Let's do the breakaway.